Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Последнее ограбление 2016 года. Группа неплохо подготовленных и вооруженных бандитов совершает дерзкий налет на небольшое финансовое учреждение, в котором хранятся деньги очень опасных людей. Не дыши. Грабители забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы, что может быть проще, чем вынести деньги из дома практически беспомощного человека, но они жестоко ошибаются, преследуемый становится преследователем, и тайна, которую он хранит, гораздо страшнее, чем обычные пенсионные накопления. Дракула 2000. Банда воров, оснащенных по последнему слову техники, проникает в хранилище известного лондонского антиквара Ван Хелсинга. Прихватив добычу, они скрываются из страны. Обеспокоенный Ван Хелсинг отправляется по следам грабителей, а за ним его помощник Саймон, заинтригованный тайной антиквара. Тот, с кем Саймон в итоге сталкивается, превосходит все ожидания. Его могущество безгранично, а деяния ужасны. Его имя – Дракула, и лишь один человек на земле знает правду. Но всей правды не знает никто. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!